Грудиночка. Вот такая вот вкусная. Из кусочка порезал. Картошка постояла ночь. Не ночь, часов, наверное, 5 в воде. В холодильнике. Вода вот такая вот мутная. Из нее вышел крахмал, что освобождает картошку от крахмала, лишних калорий. Отвариваем немножечко ее перед тем, как компоновать и запекать. Картошка покипела 5 минут, слил воду. Вот, чтобы она еще была не готова. Но чтобы компоновать дальше. Соленый огурчик. Свой. Все подготовлено. Огурчик, грудинка, картофель, смазанная противень на бумаге. Компонуем. Картошку не солил. Компонуем таким образом. Картошка, огурчик, картошка, огурчик. И сверху заворачиваем грудинку. Прокалываем зубочисткой и на противень. Такая вот красота получилась. Картошка, огурчик, картошка, огурчик. Грудинка. Убираем на 180 градусов в духовку. Будет приблизительно минут на 30. Такая вот красота у меня получилась.